Как ваш батюшка? Слава Богу, рука заживает. Передавайте поклон семье. Да, конечно. Всего доброго. Всего доброго. Всякая душа потемки, Анна Викторовна. Всякая. Даже моя. А меня иногда неудержимо тянет в темноту. Заревнуете? Напротив. Наконец, теперь вы переключите свое внимание на новый объект, а я смогу спокойно работать. Что за фантазия? Я видел, как вы смотрели на этого вундеркинда. И как? Всего доброго, Анна Викторовна. Анна Викторовна, рад вас видеть. А я вот приходил проведать Бенцианову после всех ее потрясений. Вашу духовидицу. Удивительно, но теперь совсем другой человек. Да, это правда. Это просто чудо преображения. А я вот иду к Ване. Будем с ним заниматься, изучать основы грамоты. Готовимся к гимназии. Благое дело. Кстати, вполне материальный осязаемый дух, как видите. О, да. Здесь мы имеем дело с редким случаем материализации духа при помощи уголовной полиции. Яков Платонович, еще немножко, я, кажется, привыкну к вашему несносному брюзжанию. Самое страшное, что и я начинаю привыкать к вашим визитам в мой кабинет. К чему решительно не могу привыкнуть, так это к тому, что вы каждый раз с собой нового духа приводите. Который помогает вам не попасть в просак. Порой ваши подсказки своевременны. А порой, знаете, ваш скепсис, он просто не знает границ. Я материалист и верю лишь в то, что могу увидеть или могу осязать. А привязанность, симпатия, любовь, в них вы верите? Ведь они же существуют, хоть вы не можете их осязать. Ну, почему же? У вас, по-моему, руки замерзли. Я пойду, пожалуй. Меня там Ваня ждет, и заниматься нам нужно. Да-да. Конечно. Анна Викторовна, всего доброго. Всего доброго.